Welcome to the 3 a.m. lowdown. We got a UFO sighting in Germany, February 2021. Позже я начала понимать, что это было на самом деле. Во всяком случае, это не был спутник точно. У объекта, казалось, был какой-то пузырь вокруг него, как щит или энергетический шар. Я была потрясена. Некоторые пользователи интернета утверждают, что это китайский фонарь. Конечно, это не китайский фонарь. Вот сравнение с китайским фонарем. Так что же это такое? Пишите в комментариях. Like, share, and subscribe, please. It helps out a lot. Thank you.